Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Nunchuck Charlie A Love Story. Эту флешку я нашел, кстати, на сайте play.com, ppli.com, который недавно для себя открыл, нигде больше эту флешку не видел, тут наткнулся, и я довольно часто здесь встречаю что-нибудь интересное, поэтому рекомендую вам тоже здесь сидеть и играть в флешки, это здорово. Игра сделана Adult Swim'ом, это что значит, что уже игра должна быть интересная, но она, конечно же, интересная, она офигенная по мне так. И эта игра даже на двоих, то есть на одном компьютере, в принципе, можно играть вдвоем. Я, конечно, рад бы, но буду сегодня играть один. Там в настройках, кстати, настройки были, там можно было настроить графику, качество. У меня медиум, чтобы не тормозило, стоит. Обалденная озвучка. Охренительная. Ты голоден, мистер Теддингтон? Конечно, я так, конечно, думаю я. Просто сиди смирно. Я приготовлю мой Нунчак Чарли Супер Секрета весом Саус. Да. Так, ходить мы на стрелочках. Ходим на стрелочках, да. Теперь пойдем готовить. Это игра про готовку. Готовку нунчаков. Конечно же нет. И теперь немножко кокоса. Ну, потребуется немножко больше силы, чтобы его разрубить, он говорит. Поэтому... Оу! Ебуя! И готово. Все. И почему-то мы едим только одни огурцы. Огурцы с кокосами, это офигенно. Битум... Довольно... По-моему, очень много соли. Ты так не считаешь? Говорит он. Все. О, да-да. Спокойной ночи, мистер Теддингтон. О, милашка. Оу, щит, вот за... Хо-хо-хо-хо. It's I, Queen Чигион. Чигион. Это я, королева Чигион. Правитель что? Правитель Вайшинг. Колодца желаний, что ли? Ну, нет. Колодца желаний в... Хрен его знает. Big farewell. Попрощайся с мистером Теддингтоном. Это последний раз, когда ты его увидишь. Нет! Я надеюсь, передал эту эмоцию потом. Мистер Теддингтон, hold on, I save you, I promise. Держись, я спасу тебя, я обещаю. У меня нет другого выбора, я должен пойти в это королевство и встретить эту королеву там. Сначала пойдем. Мне так нравится эта анимация просто, как он ходит. Ладно, ладно, пойдем, пойдем. Не буду вас томить. Офигенная музычка в этой игре. Так, welcome to the Vishing... Vishing... Я даже музыку погромче сделал, потому что она здесь такая офигенная, мне так нравится. Так, отсюда королева, блин, не может, нельзя ее разгромить. Так, медведи. А и все, барьер сделаем. Ты уверен, что эти барьеры сдержат, Нунчак Чарли, парни? Of course, конечно, никто не пробьет эти блоки. Кто это такой? Ой, это же Нунчак Чарли. Позаботься о нем. Да, подзаботься обо мне. Да, я на тебе натренирую свою ручку. Ууу, из него бабочки вылетают. Так, конечно же, они меня не сдержат. О, кстати, стоп, а на это поиграть можно? Блин, я бы хотел поиграть так. Тут такие струны заманчивые просто. Но игра очень красивая. Вот, по крайней мере, за это стоит в нее поиграть. Я рекомендую в нее поиграть. Конкретно, вот вообще, заходите, играйте. И наслаждайтесь, просто офигенная игра. Я стараюсь подбирать в основном хорошие игры, интересные, поэтому думаю, думаю, что вы перейдете и поиграете тоже. Потому что, ой, да они из яиц появляются, ё-моё. В следующий раз, если вас спросят, откуда появляются дети у медведей, вы такие говорите, из яиц, и вам ставят 5. Потом вы скажете, кто вам это сказал, да это один парень из интернета. А потом вот такие чаще верьте людям из интернета. Они говорят только правду.
Так, я, кстати, силовым ударом ни разу еще не мазал никому. А, то есть мы можем с ним ходить, с этим силовым ударом. Так, ну-ка, пойдемте тогда. Эй, иди сюда. Ой, черт, 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 не то нажал. Случайно промахнулся. А, и нажал на кнопку Windows. А, стоп, я не бахнул по рычагу, блин. Кстати, в любой момент можно подключить второго игрока, нажав Enter или P. Поэтому, в принципе, если у вас внезапно появится какой-то второй желающий поиграть с вами, то вы знаете, что делать. Так, сейчас тихонько проходим, не напарываемся. О, горизоль какой-то. Что это? Ничего интересного. О, засада такая, да? Так, на-на-на-на-на-на-на. Нунчак. А, кстати, интересно, если бы я вторым парнем играл, сюжет бы изменился. Я, кстати, не пробовал поиграть вдвоем. То есть два парня, они будут спасать мистера Теннингтона или как? Интересно мне весьма. А бы как-нибудь попробовать потом начать игру за двух игроков. Нужно больше приемов, вот только вот это вот бы мне очень хотелось. Геймплейная часть немножко пока что страдает. Тут надо очень быстро закликать врагов. О. Слаймы! Или говняшки какие-то, я не знаю. Как-то они не похожи на слаймов, когда их гасишь. Ну да ладно. Так, надо эти собирать, потому что чем, по-моему, больше у нас очков, тем... По-моему, за 50 тысяч очков нам дают жизнь. Вот. Так, о, подсказка. Мы можем бегать, оказывается. Это я не знал. Так, сейчас. Давай, вали отсюда. Чик-чик-чик, ту сторону, давай. А, они вот так едут, я думал по-другому. Анимация, это звук, когда он так бегает, это меня вообще убивает. А, быстрее, быстрее, уф. О, бонус лайф. Это я подобрал ее или за очки? Наверное, подобрал. Так, тут как надо. А, вот так. Ну-ка, если яйцо сломать раньше времени, то что? Ну-ка, давайте попробуем. Да нет, здоровье вроде тоже полное. О, 50 тысяч очков, да. За каждые 50 тысяч очков дают нам одну жизнь. Ну, пока что их потратить очень трудно, поэтому... Не, офигенная музычка, так. Я бегу. Бегу. А это как открыть? Секрет, что ли? Знаешь, насколько мы себя любим? Постоянно расчески, гели и все такое собираем. А еще лучший друг у нас Мишка. А еще одеты мы так сексуально. О, радужные ворота. А если бахнуть со всей силы? Нет. К сожалению, это ничего нам не дает. Полегче. Эй, что за... А, парик, он опасен. Никогда не думал, что буду драться с париками. Умрите, исчадие ада. И парик свой забери. Опять игра из разряда, когда вы закончите ее играть, вы сможете пробивать уже стальные стены, например. Если прошла с вас после GetRix не получилось пробивать бетонные, то на этот раз вы будете пробивать стальные. Это гарантированно. Ты мой новый лучший друг, да пошел ты, знаешь куда? Так, я могу его загасить, надеюсь. А если помощнее бахнуть? Окей, в следующий раз я постараюсь с ним подружиться. Окей, оставляйте одного. Надо было, наверное, подружиться с ним. Так. Не в этот раз только. Ай, да ладно, они с первого удара убивают. Обалдеть. Фух. Так, туалеты сейчас из них будут вылазить. Это говняшки, я был прав. Один решил не вылазить, говорит, я занят. Не мешай мне, я занят. А можно постучаться? Как там твои дела? Я смотрю, у вас говняшки весьма живые. После того, как вы сходите. Научите меня так же. Я буду использовать свои говняшки в злых целях.
Так, зачем я переключаю рычаги? А, типа, чтобы добраться. Понятно. Как-то было это просто. Ух, как много-то вас! Обалдеть! А-а-а! Так, черт, слишком долго чаржится, атака сильная. Я думал, что может бабахнуть сейчас кому-нибудь. На! На! Но парик это не убивает, по-моему, да? Нет, парик не сносит вместе с ним, с этим существом. Отлично. Все, побежали дальше. Так. Бежим! Быстрее! Пуф! Чуть мне мою задницу не насадили. А, стоп, зачем? Я же могу вот так зачаржить атаку просто и... Оп! Что-то я долго... Тугодумлю сегодня, тугодумлю. Что? Как-то я сразу ее не ударил. А, стоп, я же не умею вверх бить. Это мое слабое место. Интересно, а если... А, ну-ка, если я так сделаю. А, он просто не идет за мной пока. Ну, или действительно стена не дает пройти дальше. Просто я подумал, а если ее типа не видно, я как бы ее не создал, и они могут проходить. Но, видимо, не могут. Так. Быстрее. Привет. Секси Тедди. Так. Ну и бежим. Интересно, здесь будут боссы? Я до боссов не доходил еще. А, стоп, зачем я там бегаю? О, черт! Я пукнул бабочками. Оп. Неопределенно офигенные флешки на плейком нахожу. Да ладно, надо было... А, там вот как, охренеть, блин. Так. Да вы шутите? Черт побери, минное поле нахрен. Уф, пробрались, отлично. Так, секунд. И вот мы уже на боссе, я тут маленько пробежался, пока отключился, пробежался чуть-чуть и в итоге нарвался на босса. Вот так вот. Страшно это все дело вышло. Угу. Сейчас мы их всех перебьем. Чертовы боссы жирафы. С ума сойти. Все думают, что жирафы добрые. А на самом деле они вон как поступают. Забирают медведей. У людей. Хватит убегать! Будь ты настоящим жирафом! А куда я бегу? Блин, еще и промазал, да ладно, блин. Давай, вылазь. Показывай свою мордашку пятнистую. Так. Снова крутим-вертим. На! Как тебе мое кунг-фу? И что там? А, это нельзя сломать. Отлично, так, пойдем. И куда мы попадаем? The Fruit and Vegetable Facilities. Предприятие фруктовое. Achievement Unlock. Так. Что это такое? Ну и на этом, наверное, будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась флешка. Обязательно сами в нее поиграйте, потому что я все эти ролики хочу, чтобы вы сами играли, конечно же, флешку. Ничего из этого не пропускали, сами пробовали поиграть. Ну и, конечно, если вам понравился ролик, то не забывайте ставить лайки. Ну и подписываться на канал, если хотите больше подобных роликов. И заглядывать в описание, там тоже что-то есть интересное. Да. Ну и на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.